Вот рыбки были почти одинаковые, видела? Да. Сейчас. 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 Сейчас.
Вот папа будет у нас помнить. Папа рассказывает. Да, Миша! Железка Степана. Железка Степана, вот там, где вы нашли девочку. Прямо рядом с ней. Здравствуйте. Привет. Он уже стоит возле меня. Забирать мотоцикл? Как? Ай, зелень! Положение нельзя. Это очень просто. Не, не надо меня фоткать. Я лучше пойду куда-то попасть. Жарко. Жарко. А это что? А кто это там? Это я. Скажи, йоу. 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 Ты где? Я где? Мундиал, европейский мейнпарк. Я вам расскажу, значит, это гря. Чама и гря, мы Мы вас зарождали. Вас немного разводили, чтобы вы не Глеб! Все сюда! Фотографироваться! Вот сюда иди. Вот тут стой. Да, есть. Пап! Сиськи! Сиськи!
Так, еще раз посмотрели здесь сюда. Все. Сейчас птичка вылетит. Супер спортсменов. Уважаемые спортсмены, закончился этап чемпионата Молдовы по мотокроссу. Очень приятно, что все здесь награждение сегодня спортивной кубки. Спасибо вам за это, за спортивное поведение. И оглашаем результаты. В классе 50 кубических сантиметров. Третье место. И победителем в этом классе, в самом юном классе мотоспорта, класс 50 кубических сантиметров, победителем стал Максим Башков. А где он? Ой, извини. Спортсменам. А есть он обсудит. Это же я похож, даже как дым больше. И у нас третье место. Спортсмен получил повреждение. И получилось, что у нас всего два чемпиона. Классим мотоцикл ЕМХ-2. Третье место завоевал Юрий Бонай. Прошу вы место один. Третье место. Ветеран, вот подсказывает, почти 50 лет. И несмотря на возраст, этому виду спорта могут заниматься и покоряться в любые возраста. Фирма «Эльф» награждает фирменным маслом двухтактным спортивным для спортивных мотоциклов. И четырехтактными, и двухтактными. Второе место завоевал в этом классе на X2 Валентин Бостов. Может тренер полететь, если спортсмен устал. И победителем в этом классе стал Давид Фурманов.
Стартовый номер 7. Вы видели, какая упорная борьба была во втором заезде. И молодость у нас какая взяла вверх. И вот побуждает Элита 5, побуждает водительской Пепси. Спасибо. Спасибо. Очередной класс у нас был хобби. Это сейчас именуется как класс любителей. Третье место в классе хобби завоевал Андрей Бриденко. Вот, вместе с сыном, пусть смотрит, как папа трудом завоевывает медали. Второе место Владимир Леус. И победителю класса хобби стал Василий Манча. Сразу на первое место запрыгнуть. Ножки болят. Иди. Он запрыгивает, он пропалится. Не грязи вам, Значит, мы приглашаем всех зрителей, участников Валерьевича 12-18, следите за рекламой центральной группы здесь на этой трассе. Сейчас стоит вопрос 12-18, но это обязательное проведение в этой сроке. Также мы попросим, да, попросим организаторов, чтобы мы не допустили всех наших спортсменов на гонку. Поэтому готовим свои машины с одинаванием. Просьба победителей, победители к флагу, шагом марш. Они дома, они внизу. Победители, чемпионы, кто занял первое место, флагу, шагом марш. С Давидом иди, иди, Давид, соревнования опустить. Закрытие соревнований. Что за любовь? Пускай так. Thank you.